Всем привет! Вы смотрите M Television, и с вами снова я, Виджей Лопатин. Только у нас в проекте Events вы увидите самые модные события большого города. Вечеринки, открытия презентаций и самых ярких людей столицы. Не пропусти, смотри прямо сейчас. Мы находимся в огнях Уфы на региональном конкурсе красоты «Мисс Русское Радио 2014». Так что оставайтесь с нами, проходим зал и наслаждаемся этой красотой. Бизнесмен, студия Riot Dance, как всегда, плачет, денег нету. Итак, мы сегодня вместе находимся с Вадим на таком отличном мероприятии «Мисс Русское Радио». Как вы относитесь к такому празднику? Ну, во-первых, для меня это традиция. Я уже 7-й год посещаю этот замечательный конкурс. В этом году замечательное оформление. Спасибо огромное организатору, творческому вдохновителю Лене Василишиной. Этот конкурс, он самый-самый лучший. Желаю всем девочкам удачи и победы. Спасибо. Победительница конкурса получает путевку на всероссийский конкурс, подготовка к которому пройдет в одной из европейских стран. Мероприятие, но как всегда, мы за кулисье. Итак, что сейчас пройдемте вместе со мной и посмотрим, что же здесь происходит. Вот она, Анастасия, участница этого проекта. Анастасия, тяжело было пройти весь путь? Весь путь было пройти тяжело. А сейчас выступать все пролетело так незаметно. Очень жаль, хочется продолжения, хочется, чтобы это ничего не заканчивалось. Как тебя зовут, красавица? Меня зовут Гузель.
расскажи нам вкратце о конкурсе. Что, как, почему, для чего, зачем нам этой столице? Подготовка к конкурсу была полгода. Мы старались, переживали, и сегодня вот такое событие. И даже до сих пор не верю, если честно. В Огнюф. Интересно, для чего и зачем? Это один из возможностей сделать комплимент самой лучшей участнице этого конкурса Анастасии Милеевой. А что такой запыхавшийся? Видимо, бежал с киоска и стащил, что ли? Нет, бегал, рвал, так сказать, вязал. Вот получился такой красивый букетик. Ну что ж, молодец, мы тебя ждем на сцене. Давай, иди выручай. Нервничаешь, у меня сердце, кстати, аж бьется, я чувствую просто вот ощущения вот эти вот на сцену, когда выходишь, как будто в первый раз. Вот у тебя было в первый раз? Нет, не был первый раз, но все равно у меня сердце билось очень сильно, я не знаю почему. Я сильно переживала, не старалась. Друзья, заходите быстрее в Инстаграм, эти фото появляются там!
находимся за кулисами, и буквально уже на сцене выступает группа Ottawa Yo. Можете немножко понаблюдать, кстати. Итак, друзья, буквально за моей спиной самый главный организатор этого события Елена Глебовна. Вот. Ну-ка, девочки, раздвиньтесь. Вас уже столько много в картинке. Вот хотя бы пару слов услышать. Как все проходит? Вы довольны показами? Да, очень довольна, потому что это настолько волнительно, настолько как бы чувственно и все правильно к тому, что я хотела. Друзья, ну вот наконец-таки свершилось выбор жюри и всех партнеров и спонсоров. А Ксения Синицына заняла первое место и стала мисс Русское радио 2014. Буквально сейчас за моей спиной проходит до сих пор еще награждение. А партнеры благодарят, спонсоры также благодарят, все присутствуют здесь в зале, хлопают овации, аплодисменты. Ой, просто одни эмоции. Так что, друзья, можете понаблюдать пока, как все происходит. А я поздравляю Синицыну Ксению. Она завоевала титул «Мисс Русское радио» 2014. Она очень веселая, очень добрая. Она заслужила эту номинацию. Смотрели проект Events, то, что происходит в нашем городе. Живи в ритме, будь в тренде, смотри AM Television и, возможно, увидишь себя со стороны. С вами был Виджей Лопатин. Пока, друзья!